Комитет Московской областной думы по землепользованию и имущественным отношениям проводит выездное совещание по наполняемости бюджета за счет вовлечения в налоговый оборот участков всех объектов недвижимости. Вот такая работа по Московской области может принести в 2017 году наполняемость бюджета до 2 миллиардов рублей. Совещание состоялось в районной администрации. На нем назывались и цифры, имеющие непосредственное отношение к Щелковскому району. Здесь 5500 объектов недвижимости не вовлечены в налоговый оборот. Выпадающие доходы приводят к существенным недоимкам по налоговым поступлениям в бюджет муниципалитета. Эта работа по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева началась с июня 2016 года и проводится поэтапно, отметил председатель комитета Мособлдумы Владимир Шапкин. Он назвал процент собираемости налогов с владельцев недвижимости. Понятно, что 41% на сегодня такая статистика невовлеченности в налоговый оборот недвижимости, ну, это, наверное, многовато. То есть кто-то добросовестно платит и вносит свой непосредственный вклад в то, чтобы населенные пункты были благоустроены и имели все условия для комфортного проживания. А кто-то хочет за чужой счет и дальше жить. Ну, наверное, ответственность у нас у всех одна – платить налоги. В 2017 году возникает административная ответственность владельцев участков недвижимости, за которые не будут уплачены налоги. При несвоевременном их перечислении возникнет необходимость еще оплатить и штраф. Чтобы этого не было, на сегодня мы должны до каждого собственника недвижимости дойти и об этом ему сказать. На сайте Управления глав архитектуры Московской области создана информационная система, в которой есть сведения о постановке на кадастровый учет объектов недвижимости и, соответственно, их вовлеченности в налоговый оборот. К системе имеют доступ сотрудники администрации поселений. Это очень удобно, а самое главное для них, ВИС, это является как раз тем информационным ресурсом для планирования обходов территории и донесения информации до граждан о необходимости регистрировать объекты. Постановкой неучтенной в налоговом реестре недвижимости в Щелковском районе администрации поселений займутся в ближайшее время. Это будут плановые обходы территорий, профилактические беседы с собственниками объектов. Понимаем, что эта работа очень нужна. Каждая копейка в муниципальный бюджет, она очень важна. Поэтому у нас есть чувство ответственности перед бюджетом, в первую очередь, который потом будет, конечно же, расходоваться для того, чтобы жизнь людей стала лучше. На совещании перед главами поселений были поставлены задачи по установлению владельцев незарегистрированной недвижимости, в том числе и в садоводческих товариществах. В Щелковском районе, как и по всей области, в этом году количество выявленных неучтенных объектов власти планируют увеличить как минимум в 5 раз. Андрей Цеходович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».